Так, а ну-ка. Ой! Здорово, катагеймеры! И сегодня я буду снимать такую игру, которую я ни разу в жизни не снимал, но она тоже популярна. И эта игра называется People Playground. И специально дисклеймер для Ютуба. Здесь в этом видео никто не пострадал, и это здесь не настоящая кровь, это просто томатная паста. Смотрите, вот это у нас такая игра, People Playground. Мы тут можем делать все, что захотим. Например, смотрите, берем человека, берем турель и... просто стреляем в него. Вы посмотрите на это. Жестяк, что за жесть? Что за жесткая, жестокая игра? Да, хорошо, тут у нас помимо людей, тут у нас есть андроид и даже чужой. Вот он. Кстати, если что, это видео будет очень длинным, так что сразу подписывайтесь, чтобы я вам больше об этом не напоминал. Ну да, все. Да-да-да, прямо сейчас подпишись. Ну все, а теперь продолжаем. Интересно, смогу ли я его... Ой, ты что делаешь? Он стреляет в робота, смотри. Какой-то кислотой в него стреляет. Ну это же чужой. Ну да, это чужой. Он всегда так делает. Так, хорошо. Смотри, у меня есть идея одна. Смотри, короче, сейчас мне нужно сделать типа наподобие что-то типа палаты какой-то, знаешь. Ну, короче, представь, что вот это у нас будет кровать. И... Так. Короче, мы будем сейчас лечить пациента. Так, хорошо. Для начала ты у нас должен лечь. Ложись. Опа, все, лег. Что-то он заподозрил, по-моему, не хочет ложиться. Что-то он как-то заподозрил. Ой, что? Ну, мне так и надо было сделать. Короче, все, ложись. Что? Он решил поотжиматься. Только наоборот. Ай, блин, постоянно наркоз придется делать. Ладно, хорошо, берем наркоз. Опа, все. Капец, вот бы в больнице так наркоз ставили. Такой шприц такой в задницу. Короче, пускай так и лежит. Ладно, все, убираем шприц. Теперь давай мы с тобой... Блин, куда я не туда зашел? Берем, короче, вот эту штуку. Ставим. Теперь вот так вот ставим время на паузу. Вот так вот все это мы должны зафризить сейчас. Вот так вот. Фриз. Все, теперь... Короче, нам нужно его убить. Кого? Человека. Вот этого чувака. За что? Просто я хочу провести над ним тест. Я хочу сделать из него зомби. Смотри, для начала нам нужно взять шприц для смерти. Вот, смотри, видишь его все показатели. А теперь смотри. Да давай ты. Да втыкайся. Да втыкайся. Так это же робот. Это не робот. Ай, ты куда улетел с палаты? Так, хорошо, давай вернем его обратно с вами на кровать. Опа. Все. Вот сейчас он лег как настоящий труп зомби. Все, вот так вот. Все, теперь включаем. Вот, все. У него то есть показатели, как смотри. Так, он мертв. Нам показывает, что он мертв. Так, теперь давай возьмем зомби. Вот так вот делаем. Опа, все, появился пульс. Смотри, он ожил. Он ожил. Так, слушай, давай будем его сравнивать с нормальным человеком. Смотри, у него кожа темнее становится. Фу-фу-фу-фу-фу. О май. О май гад, появился зомби. Ну главное, что он живой, видишь, смотри, все, это зомби. Так у него рука стала не зомбированная. Все, все, убираем. Ну че, чувак, как тебе? Он отжиматься, видишь, он ожил и сразу отжиматься. Видимо, я сделал какого-то Рональдо зомби. Рональдо это футболист. А, ты куда? А, точно, мне же уже убрать это. Все, вставай. А тебя, ты можешь заразить кого-нибудь? Давай, заражай. Заражай. Давай, кусай его. Ой, ты разорвал зомби. Ты часть. А, блин. Короче, сейчас давай мы отправим наших людишек в космос. Знаешь, на каком корабле? О, смотри, вот у нас крутящийся Титаник на вот такой вот огромной карте. Бедный Титаник, он сейчас найдет свой айсберг. Так, тихо, ты кверх ногами его сразу утопишь. Да, блин. Давай, вот так. Все, давай. Да ты куда? Да ты что? Так, слушай, ну не карте или на нем как-нибудь. Давай. Давай на нем люди. Там уже всех укачало. Ты что? А, все, он пойдет ко дну сейчас. Ты вот, он Титаник, блин, какой-то. Титаник, плыви. Титаник! О, смотри, 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 смотри. О, только как-то ниже палубы вода. Давай, давай. Опа, взял одного. Да, он выныривает. Это что там, капитан? Бедный капитан, что с ним? Все, ему да не иди ты ко дну, блин, слушай, давай андроидом туда поставим. О, ну как ты там, аттракционщик? Походу, тебе не удастся оживить Титаник. Блин, бедный чувак. О, куда, смотри, Титаник в космос полетел. Если сильно захотел.
ходить, можно в космос улететь. Короче, мне кажется, или на корабле это какая-то плохая идея. Слушай, а если я его на земле заспавню? Надеюсь, он не будет крутиться так же, как тот прошлый Титаник. Ой, а вот он, все. Что-то меня лагануло, видимо. Так, хорошо. Я могу зайти внутрь ему? Нет? А человек сможет? Так, ну-ка, давай заспавним человечка. Человек, спамься. Вот. Все, давай, иди внутрь корабля, давай, иди. Так, смотри. Помешала ему. Итак, а сейчас у нас будет рубрика «Эксперименты». Смотрите, берем с вами дециматор. Вот такую вот штуку. Она, короче, удаляет все вещи на тот свет. Вот смотри, я беру вот эту штуку. И... Пум! Теперь беру вот этот пропеллер. Теперь давай вот эту штуку. Опа, все. Итак, вот, смотри, я сейчас отключаю. И теперь я тебе покажу магию вне Хогвартса. Как засосать весь мир. Короче, вот так вот ставим. Теперь давай поставим здесь кучу людишек всяких. Но не на этом же надо спавниться. Вот так. Вот так. Все, теперь, короче, делаем вот так. 3, 2, 1. Черная дыра. Смотри, сколько людишек. Офигеть, это было жестоко. Но, слушай, а если мы сделаем несколько таких, смотри, они превратятся в мега черную дыру. Так, смотри, короче, я заспавню сейчас, где это? А, вот здесь. Короче, я заспавню кучу этих дециматоров, или как они там называются. Ну, короче, вот этих всяких фиговин, которые уничтожают. И заспавню тоже кучу генераторов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь я каждый из них врубаю. И ставлю на них по дециматору. А, не-не-не, погоди, у меня есть идея получше. Смотри, я их отрубаю. И ставлю на каждый из них дециматор. Вот таким вот образом. То есть, сейчас мы создадим с вами мега черную дыру. Вот, все, последний ставим. Так ты будешь по одному включать, у тебя их все другие засосет первая. Нет, да. Нет, смотри, я сделала вот так. И теперь активируй. Смотри, сколько черных дыр. О, смотри, это уже какая-то это логотип Audi, знаешь, такой же. Слишком много колец для Audi. Посмотри, реально, я все одновременно смог включить. Ты видел, какой взрыв был крутой? Кстати, у меня помимо всяких черных дыр, у меня есть всякие взрывчатки. Давай протестим каждый из них. Хорошо. У нас будет вот такой вот испытуемый. Как ты его хочешь назвать? Майкл. Хорошо, Майкл Найт. Так, протестим на тебе первую бомбу. Это будет у нас Спайк Гранейт. Это вроде переводится как колючая граната. Что? Не знаю. Так, хорошо. Ну-ка. Ну-ка. И... Бум! Просто воткнул в него иглу. Ну, знаете так, 5 из 10. Потому что это тоже граната, но не взорвалась. Хорошо, давай. Теперь я возьму какого-нибудь русского паренька. Вот, смотри. Это у нас... Какой-то военный. Алексеевский. Хорошо, давай теперь, значит, что на нем протестим. Так. Вот что это такое? Steel Hand Granat. Что? Ручная граната. Так, а ну-ка. Ой! Такое об землю её. Такая граната. Не работает. Я долбанул ее пол. Также граната. Так, хорошо. Что такое EMP-генератор? Так, это какая-то тоже бомба. Ну-ка. Что? А, ой. Он электромагнитные волны генерирует. А, слушай, мне кажется, он выключает свою электронику. Мне кажется, давай попробуем это на андроиде. Вот, андроид. А ну-ка. Так, теперь берем вот этот вот EMP-генератор. Смотри, я врубаю, теперь смотри. Так. Все, смотри, он практически... У него перемкнули предохранители. Че ты не умираешь полностью? Он полностью не умирает. Да, у него не всего. О, все, получилось. Все, андроид помер. Все, минус андроид. Плавки, предохранители все у него замкнули. Да, к сожалению. Хорошо, что у нас следующее? Pink Explosive. Like a normal explosive, but pink. Как обычная взрывчатка, только розовая. Логично. Так, слушай, давай протестим это на анонимусе. Анонимус, ты выдержишь это? Так, хорошо, давай. Ой. Она реально розовая. А куда улетел? Куда он улетел? Давай еще раз. Так, ну на этот раз давай протестим с тобой на человеке. Ну, типа, чтобы не видеть, куда он отлетел, я просто буду за ним фоллоу делать. Вот, то есть, смотри, вот так. Теперь фоллоу. Да, блин, давай еще раз. Фоллоу. Все, теперь, ну-ка. Ой! Ну, короче, вот что с ним произошло. Он, то есть, наполовину череп, он загорелся. Ужас. Так, слушай, у меня есть еще одна идея. Короче, смотри.
Давай, ставим. Так, хорошо. Вот мне интересно, что это такое. Сигнал флеер. А, это... Сигнальная, да, сигнальная ракета. Слушай, ну раз мы тут это уничтожаем всех людей, почему мне не сделать так? Дын-дын-дын, мы жарим людей. Дын-дын-дын, мы жарим людей. Это значит, это у него идея родилась и такая свеча. А, ты что с ним сделал? Ну все, минус, чувак. Так, давай тушить, тушить, тушить. А где тушитель? А где тушитель? Было слишком поздно. А эту штуку ты не потушил огнетушителем. Офиг, да? Скажи, офиг тебе. Мария, она сама загорелась. Что? Что? Как она загорела? Так, ладно, хорошо. А ты опять у нас горишь. Да, блин. Человек... Файермен это какой-то, блин. Он постоянно загорается. О-о-о! Вот это уже как-то, мне кажется, получше. Так, хорошо, я не только человека заспавню, я заспавню еще андроида. И давай анонимуса. Как ты думаешь, кто из них выживет? Андроид, человек или анонимус? Судя по размеру бомбы, никто не выживет. Ну-ка. Так, смотри, но... Этот вот, смотри, вот этот вот, он почти умер. Этот полностью, смотри, у него полностью все показатели. А анонимус куда-то опять отлетел. Бедный анонимус. Так что... Анонимус выжил... принял весь удар на себя. Да, так что смотри, выжил робот, это терминатор. У него тоже какой-то красный глаз. Это его внутренности, так. Но знаете, это будет самое интересное. Но последнее у нас это царь-бомба. Ну, я ее так называю, но... Офигеть. Просто она, смотри, так. Что ты можешь? А рядом с ней... Тихо! Рядом так. С ней человек какого размера, я хотел спросить. Вот такого. Ого, вот это бомба. Так, что ты можешь? Рубрика «Эксперименты». Посмотри на этот взрыв. Посмотри. Жесть. Чисто реально царь-бомба огромная. Так, она на всю карту, блин, взорвалась. Да, хорошо. Это, конечно, крутой взрыв. Мне понравилось, но... Мне кажется, или это как-то маловато. Давайте сделаем вот так. Чё? Серьезно? Вот столько, да. У меня сейчас комп взорвется вместо бомбы. Так, хорошо. Ну-ка. Смотри, ударная волна какая огромная. Послушайте. Мы сейчас, наверное, тут все оглохнем от звука. Офигеть. Ну, слушай, ну гриф, мне кажется, не поменял размер, но ударная волна была на всю карту. Такая бомбанула не кисло. Так, такая разрывная чисто. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне не хочется заходить в эти лаги. Так, ладно, хорошо. У меня есть идея. Ну, мы уже позревали, а теперь давайте просто прокатимся на какой-нибудь машинке. Так, пускай это у нас будет какой-нибудь мерсик. Во, красивый мерс. Ну, слушай, у меня есть идея, давай его прокачаем. Ой. Ты его не прокачал, ты его разрушил. Так, я не то хотел сделать, я хочу сделать вот так вот. Во, зацени. Нифига, двиган у него теперь как безумный Макс. Так, хорошо, давай сплавним человека. Теперь давай сид. Пум. Теперь давай, короче, поместим его в машину. Надеюсь, ты поместишься. О, поместился. Так, поедешь ли ты? Так. Ой, не-не-не, я перепутал педали, я не туда хотел. Ну ладно, пускай он... Не-не-не, куда? Прямо в воду зови, посередине океана летит. Разбежавшись, прыгну со скалы. Нифига, там еще и океан. Такой... Бух. Ну, мне, конечно, мерс понравился, но смотри, что у меня тут есть в запасе какие тачки. Банан? Да. Банана-кар, давай. Оба. Пум. Банана-кар, серьезно? Так, хорошо. О, салончик, ты зацени, нехилый-то салончик. У него еще и салончик у банана. Так, хорошо, давай. Это что за супер дизайнеры поработали? Сид. Все, давай, садись в банан. Садись в банан. Ой, ой. Человек, моргни, если тебе не нравится. Моргни, если тебе не нравится. Так, и что ты не едешь? О, о, погнал, погнал. Банан. Давай, гоу, у него даже колеса в виде банана. Так, замедленная съемка. Вот, зацени. Банана-бой, давай. Смотри, сейчас замедленная съемка, смотри. Все, погнали. Он продолжает ехать вперед. У него такая форма, он и плавать хорошо должен. Да, кстати, ну реально как лодка выглядит, но... Это же банан. Бананы всегда хорошо. Смотри, я, кстати, заметил, что у него даже колеса в виде банана. То есть там связка бананов. А кто, ну, кстати, у меня появился челлендж для них. Давай. Кто перелетит через океан? Давай. Ну, банан точно уже не перелетит. Но я решил улегчить им задачу. Знаешь, какую? Какую? Я добавлю им рампу. Смотри. Сейчас. О, прилетели сюда. Ой-ой-ой, куда?
Куда-куда? Это у нас, будете, как помнишь, это в GTA 5 у нас был челлендж, типа, машины ютуберов. А, да-да-да, надо было перелетать. Кто да, дальше? Так, хорошо, я зафризил, чтобы она никуда не улетела. Так, а, я ее зафризил. Хорошо, какую тачку выберем? Давай какую-нибудь гоночную, а вон, давай автобус, давай наоборот, не гоночную, а автобус. Точно ты это хочешь? О, нифига, а чего у него такие колесики маленькие? Не знаю, так, хорошо, давай посадим туда людишек. Так, хорошо, давай сделаем. Нет, хотя, пока я людишек не буду сажать, знаешь почему? Почему? Я сделаю нам летательный самолет. Смотри, короче, мне понадобится винг, это крылья, вот такие вот крылья. Оп, оп, теперь делаем вот так. Вот так, смотри, я прикрепил к нему крылья. Так. И теперь остался последний шаг, это знаешь какой? Так, вот это здесь, и теперь смотри. Чтобы так ускорить немножечко процесс, смотри, пап. Нифига себе, немножечко. Так, хорошо, прикрепляем их к автобусу. Чтобы они не отлетели, да, согласен. Все, теперь все работает. Так, давай туда посадим водителя нашего. Это будет у нас андроид. Вот так. Следующая остановка — океан. Океанус. Такой пункт. Так, окей. Ну что, сейчас я буду за этим всем follow и activate. Смотри! Разгоняемся! Давай, 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 так, давай! Давай, перелетит, перелетит! Нет, нет, это огромное расстояние. Нет. Такой, no. Поближе, 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 поближе. И... Смотри, что с роботом. Робот замкнул. Так, хорошо, хорошо, вынимаем, вынимаем! Полетел! А почему у него не погасли турбины в воде? Не знаю, это какая-то магия в них Хогвартса. Стой! Стой, 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 стой! Пух! На колеса четко. Давай следующую тачку. Смотри, как турбины нагрелись. Да, добил. Смотри, что с водителем. Бедный робот. Так, хорошо. Ну, кстати, вы не беспокойтесь, но число убитых роботов не считается в этой игре. Так, хорошо, ты сейчас... Ты все переживаешь, что тебя YouTube забанит. Да, хорошо. У меня есть идейка. Я сейчас буду строить дом, но мне будет помогать Gravity Gun. Посмотрите, тот тут сам... Тут и Gravity Gun есть. Прикольно, я даже не удивился. Да. Так, хорошо, давай возьмем у нас какие-нибудь кирпичики, вот. Так, это будет у нас дверь, так что убираем у нее коллизию. Так, collision, collision, collision. Вот, disable collision и freeze. Так, теперь мне понадобится еще сделать вот так вот. Теперь давай это копи, пейст. Теперь сделаем вот так вот. Только мы это сделаем чуть побольше. Да, конечно, домик должен быть не маленький, в нем же жить придется. Так, хорошо, давай для начала поставим ему стол. Теперь стул, стул. И на него поставим огурчик. Да, огурчик какой-то слишком большой получился. И давай где-нибудь... Вот ты знаешь, что иногда на кухне там прикрепляют к стене телек? Да. Вот давай тоже сделаем. Так, вот так вот делаем. Телек на кронштейн. Такой телек. Я думал, будет ЖКшечка какая-нибудь. Так, хорошо, давай включим. Не, фигня. Не, фигня какая-то. Нет, не надо. Так, хорошо, ну, у нас помимо огурца еще будет на столе тульский пряник. Очень вкусный тульский пряник. Как же без тульского пряника? Так, хорошо, открываем. Смотрите, какой красивый пряник. И какой огурчик красивый. Только он с глазами, правда, это пикл Рик какой-то, наверное, мне кажется. Так, и иначе нам еще понадобится в доме человек. Конечно. Так, нам понадобится... А потом ты хочешь испытать, выдержит ли это все ядерный взрыв? Нет, спасибо, я не хочу уничтожать свое творение искусства. Так, все, теперь давай посадим его за стульчик. Пускай он ест свой тульский пряник. Давай, жри. Давай, ном-ном-ном-ном-ном. Хорошо. Ой, ты куда? Ему так понравился пряник, что он за ним потянулся. Так, хорошо, у него будет свой питомец, этому надо будет вот такой вот анонимус. Да ты что делаешь, он сальтуху утворяет? Анонимус в качестве питомца, это интересно. Так, ну, знаешь, я тебе скажу, у нас даже человек будет анонимусом, смотри. Опа! А теперь давай поставим еще одного человека, но на этот раз на него нацепим... темную маску анонимуса. Вот так, все. Это будет у нас, то есть, хозяин дома, да? Так, музыкальную вон поставим автомат, пусть кайфуют под музыку. Кстати, да, у меня есть идея. Давай поставим ему музыкальный автомат, вот такой. Давай тоже его прикрепим к крыше. Почему все на крыше? Вот, чтобы не мешалось, вот так.
О. О, пойдет. Надеюсь, на эту песню нет авторских прав. О. Пианино. Ну, послушаем потом. Слушай, у меня есть идея. Знаешь, какую мне тачку поставим? Во. Банан, конечно. Я даже не сомневался, что ты выберешь банан. Банан. Ты говорил насчет атомной бомбы? Да. Ну, ну что, поехали. Так долго строил и так быстро уничтожил. Погоди, смотри, а дом-то сам остался. Нифига себе, вот это мощь. Причем и телевизор работает, и радио. А люди-то так выжили там, интересно? Нет. Офигеть. А телек-то разбился, блин. И это и разбилось. Радио, и радио кирдык пришел. Блин. Ой, что это такое? Это что, подлетело сейчас? Это что? Так, хорошо, давайте займемся чем-нибудь другим. Так, смотрите, это у нас какая-то штука, это, видимо. Из Спанч Боба такая, которая планктону помогала. Не знаю, что это было. Если кто-то знает, напишите. Которая это... Как телевизор была тоже такая говорящая. А, да-да-да-да-да. Так, помню. Хорошо. Так, теперь нам понадобится вот такой проводок. Так, наполняем. О, то есть можно из шприца наполнить чем-то? Так, хорошо. Так, а ну-ка. А, так вот из чего состоит еда в столовке. А, он типа анализирует, да, что-то да, но знаешь, я скажу, но... Нифига, прикольно. Но, знаешь, я скажу, у каждого этого зелья разный состав. То есть вот смотри, я беру другое зелье. Вот ты запомнил, какие тут эффекты? Ну, примерно. Примерно. Ну, давай, просто видишь, тут какие эффекты. Да. А теперь наливаем еще сюда этой розовой жидкости. Так. Делит. И сканируем. И видишь, они разные, эти ингредиенты. Да, действительно. Прикольно. Причем это одна и разные. Та же жидкость. Последнюю вещь, которую я хочу тебе показать, это пасхалка на бейджик. О, на какой бейджик, подожди? Это что-то вроде там связано с Фарадеем. Короче, смотрите, заходим на карту Тавр. Ну, наверное, вы пасхалки знаете все. Заходим на карту Тавр и летим в левую часть башни. Вот сюда вот. Так. Я покажу две пасхалки в этой игре. То есть, смотрите, первая пасхалка это связь с космосом. Смотрите, ставим вот этот джукбокс. О, смотри, у него другая текстурка, кстати. Теперь смотри, мы берем металлическую штуку, вот эту вот. Теперь смотри, короче, вот так вот ее прикрепляем к какой-нибудь арматуре. Угу. Вот таким вот образом. И теперь вставляем, и ты готов? Получаем вот такой сигнал. Блин, это же звук как GTA, когда об этот, где Space Docker. Класс. И вот такая вот у нас получается пасхалка. И, кстати, на этой башне, если именно здесь включить телек, тут будет секретный код. Ну, как я это видел, я сам пробовал, если честно, у себя на компьютере. Так. Так, хорошо, смотрите, заходим сюда, берем телек. И смотрите, там показывало что-то на немецком, ну, на этом, да, на да, нидерландском. Да, да. Короче, нет, кстати, немецкий там был, по-моему. Кстати, это, тут, короче, большинство пасхалок связано с, на нидерландском языке. Нидерландский язык. Активируем и смотри, секретный канал. Ну да, там было что-то другое. Подожди, подожди, там что-то рисуется. Один. Нет, блин, два. Это какая-то, это какой-то код. Да, это код, короче, для другой пасхалки. Это Immersive Teleportation. Но я, наверное, буду это показывать в следующем видео, потому что эта пасхалка очень долгая. Хорошо. А теперь я вам покажу вторую пасхалку, но уже на другой карте. Это на карте моря, Си. Ну а сейчас я вам покажу последнюю вещь в этом видео и еще одну пасхалочку, точнее. Заходим с вами на карту Сина, я это уже говорил, вот такое у нас море-море. И теперь мы летим к лампочке посередине. И тут, если мы подлетим поближе, мы можем увидеть тут какую-то плиту, отличающуюся от всех. Вот она, видите? Да. И самое прикольное, что мы ее можем взять. Но фикус в том, что нам нужно ее оторвать. И вот, мы открыли с вами эту плиту и оказываемся в 3D-мире. Вот, смотрите. Вот, видите, тут все в 3D. А я вам напомню, что эта игра пиксельная. 2D, да, тут все в 3D. Это реально да, какая-то тут, пасхалка, и смотри, куда она ведет? Видишь, там какие-то буковки. Да. Это последние слова к ссылке на Discord этой игре. А, просто авторы оставили такую ссылку на свой Discord пасхалку. Нет, это не в этом дело. То, что там спрятана пасхалка, самая большая в этой игре. Но тоже она очень долгая, я не смогу ее показать вам в этом видео. Да, короче, можете пока просто плиту оторвать.
Да. Тут видишь, что всякие провода, трубы и так далее. Ну а на этом на сегодня все. Как вам эти вещи в People Playground? Вообще, понравилась ли вам эта игра? Мне, если честно, очень она понравилась. И я буду продолжать мне делать всякие прикольные штучки. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока!